реально вкладываешь. Опа. Идешь. Опа. В этот момент я замыливаю твое сознание и как Вася реально вкладываешь. Опа. Подготовительные упражнения на основе плотности и пустоты. Психофизический провал боксера. Любой человек проваливается. Самое главное — элемент неожиданности, когда он не знает. Понятие как плотность и пустота. Психологический эксперимент. Стул из-под задницы, из-под жопы убрать. Сел, встал. Сходит психофизический провал. Человек теряет физическое, психологическое равновесие. Вот речь пойдет о психофизическом провале. Это начальные основы бесконтактного боя. Психофизический провал боксера. Когда человек не знает, что... Психофизический провал. Человек, первое, агрессию. У него есть программа. Есть масса, и когда он вкладывается... Потеряно равновесие за счет того, что нету точки опоры. И пошло, по сути дела, два движения. Такой бесконтактный бой, в моем понимании. Если в области боевых искусств это психологическое воздействие, или же помеха в зрительный анализатор, или же в слуховой анализатор. И... Стой! Неожиданное движение. Понимание можно бесконтактный бой разделить на три направления. Это психофизический провал, как сороконожку заставить думать о том, как она переступает сорока ногами. Это разрушение движения оппонента. Реально вкладываешь. Психофизические основы выведения противника из равновесия. Психофизический провал. Более продвинутый — это использование методов гипноза и НЛП. Второй, более выше, это резервные сверхвозможности человека. Хоп! И оп! Оп! Еще. Опа! Жестко по полной! Жестко по полной! Раз! Оба-на! Оп! Опа! Это модель в спорте, в спарринге, ее тяжело сделать, потому что человек-спортсмен, у него безусловные рефлексы и не думает, он просто кидает руки ноги. Давай. Реально пробивай! Реально пробивай! Хопа! Увидел, что произошло? Увидел. Сброс. Это ложная цель увела. Реально пробивай. Хопа.